Բժշկի մոտ հաղորդաշարը շարունակում է ներկայացնել Հայաստանյան լավագույն բժշկական կենտրոնները և այնտեղ գործունեություն ծավալող Հիպոկրատի պրոֆեսիոնալներին։ Ուրախությամբ պետք է նշենք, որ հաղորդումը այլևս մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, որի բառապացույցը մեր հյուրերն են։ Այս անգամ բժշկի մոտ հաղորդաշարը հյուրընկալել է Սոչիում հայտնի բժիշկ կոսմետոլոգ Կարինա Վարապյովային, ով Սոչիում ունի սեփական էսթետիկ կոսմետոլոգիական ստուդիան։ Մեր հյուրը հանդիսանում է ProH պեպտիդային պատրաստուկների բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Դեղորայքը մշակվում է Նովոսիբիրսկի ակադեմիական քաղաքում, որը Ռուսաստանում շատ մեծ գիտական բազա ունի։ ProH-ի արտադրանքը արտադրվում է Վեկտորի անվան վիրուսաբանության և իմունոլոգիայի ինստիտուտում։ Կարինա Վարապյովայի բացառիկ կոնսուլտացիաների, հայտնի կոսմետոլոգի ծավալած գործունեության, ProH-ի առանձնահատկության և Հայաստանում այն ձեռք բերելու հնարավորությունների մասին մանրամասնում է անձամբ հայտնի կոսմետոլոգը։ Барб, здесь мне тоже очень приятно оказаться здесь. Меня зовут Воробьева Карина. Я действующий специалист, косметолог, также являюсь представителем компании ProH Professional на территории Армении. Я представляю бренд, который производится в России. Это российская продукция в городе Новосибирск. У нас там очень крупная научная база при Академгородке. На базе Института вирусологии и иммунологии «Вектор» производятся наши продукты. Мы работаем в Prevent Age направлении. Превентивная косметология – это то направление, которое бы я хотела развивать здесь, в Армении. Превентивный подход к пациенту, то есть косметология, она стала уже лечебной. Это не только эстетические, да, коррекция эстетических недостатков, но и также комплексный подход к пациенту, то есть мы к пациенту подходим изнутри. Դուք նշեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս գործունեություն եք ծավալում, մի փոքր մանրամասնեք Հայաստանի Հանրապետություն ձեր գործունեության մասին։ Начну с того, что наша продукция, она представлена практически во всех городах России, не практически во всех, а во всех. Также мы есть в Каире, есть в Арабских Эмиратах, даже есть в Нигерии, в Казахстане, но нет представительства в Армении. И год назад у меня такая появилась идея, что нужно здесь тоже продвигать данную продукцию. Поэтому я выбрала Армению, ну и плюс я, наверное, очень люблю эту страну, да. Բժշկուհի ինչ առանձնահատկություններ ունի ձեր ներկայացած продукты, և հիմնականում ովքեր կարող են օգտվել այդ продуктից, ինչ խնդիրներ ունեցող կանայք կարող են օգտվել այդ продуктից. Наши продукты, они, можно так сказать, поделены на три подгруппы. Это ампульная продукция, это дермокосметика и нутрицептическая поддержка. То есть мы к пациенту подходим комплексно. Мы делаем манипуляции в кабинете, назначаем домашний уход и восполняем дефициты. И в основе наших всех продуктов лежат пептиды. Пептиды у нас не импортные, мы производим также пептиды сами. На базе института у нас ученые, технологи, биологи, которые работают. Это гетеропротекторные пептиды, это дермальные пептиды. Также в основе препаратов лежит культурная среда 199, которая богата аминокислотами. Там 21 аминокислота, витамины группы В. У нас также есть в составе гиалуроновая кислота, янтарная кислота. И в чем плюс нашей продукции и моя любовь как косметолога к данному продукту, то, что все продукты можно между собой совмещать, то есть продукция не отменяет какие-то другие бренды, да, то есть мы в том-то и дело, что подходим к пациенту комплексно, и нашими продуктами можно готовить пациентов к таким процедурам, как аппаратные методики, пластические операции, инъекционные методы и просто эстетические. Բժշկուհի, ձեր կոնսուլտացիայից որտեղ կարող ենք Հայաստանի Հանրապետությունում օգտվել և ինչպես ձեռք բերել այն պրոդուկտները, որոնց մասին դուք խոսեցիք։ Ну, так как я, можно так сказать, молодой представитель компании, молодая компания, конечно же, такие основные консультации я очень люблю вести сама. Провожу семинары, вебинары для того, чтобы специалист работал на продуктах правильно. Это моя такая главная задача. Сейчас на данный момент мы представляемся в клинике Ева Medical Center.
Там есть очень прекрасный доктор, доктор Алла. Она представляет нашу продукцию, и также, когда меня нет здесь, она может дать очень хорошую консультацию. Также она сама работает на этой продукции и обучает своих специалистов. Вот можно там, я все контакты оставлю. Вообще я очень контактная и люблю проводить консультации сама. Все можно делать через меня. Յուրաքանչյուր պրոդուկտ իր առավելություններով հանդերձ սովորաբար ունենում է նաև որոշակի հակացումներ։ Այս դեպքում ձեր ներկայացած պրոդուկտը ունի հակացումներ։ Противопоказания может быть к любому продукту, да? Да. Врач, доктор, косметолог должна всегда тщательно собирать анамнез, понимая, что в препарате есть богатый состав, достаточно такой насыщенный. И никто не застрахован от того, что на какой-то из компонентов может быть, ну, как бы может быть аллергическая реакция у пациента. За всю историю моей практики, так не люблю говорить, что этого не было, и надеюсь, не будет, никаких случаев не было. Все абсолютно комфортно переносится, ну и, естественно, я делаю всегда пациентам пробу. Для этого мы всегда проводим обучение для специалистов. Приезжают наши сертифицированные тренера из России, кандидаты медицинских наук, и проводят обучение для специалистов, чтобы они могли комфортно и качественно работать без последствий. Եվ վերջում հայտի կոսմետոլոգը վստահեցնում է, որ չկա գեղեցկությունը պահպանելու հատուկ բանաձև։ Յուրաքանչյուր աղջիկ կին ունի իր ուրույն գեղեցկության գաղտնիքը։ Я как специалист, женщина, которая любит ухаживать за собой, мне 40 лет, и, наверное, моя профессия – это мое призвание. Я не даю советов красоты. Я считаю, что это образ жизни, а как специалист я даю рекомендации. И нет ни одного чудодейственного препарата, нет никакой магии, есть образ жизни. И как раз-таки подойду к тому, что превентивная косметология как раз-таки ведет пропаганду того, чтобы женщина подходила к себе комплексно, и специалисты тоже, как это сказать, налаживали связь с пациентом. То есть все зависит от того, что мы едим, то, что мы думаем. Естественно, процедура тоже немаловажна, но это все, наверное, зависит еще и от специалиста, который делает назначение. В общем, красота зависит от нас самих, от умелых рук и качественного образования специалиста. Շատ շնորհակալ ենք Բժշկուհի մեր հյուրը լինելու եւ մեր տաղավարում ներկայացնելու այն հետաքրքիր արդյունավետ պրոդուկտը, որի մասին խոսեցիք։ Հուսով եմ, որ մեր հանդիպումը շարունակական կլինի եւ մենք հաճախ կհանդիպենք մեր տաղավարում։ Я вам тоже очень благодарна за доверие, за приглашение. Приглашаю также моих коллег к сотрудничеству. Мы очень открыты, мы очень хотим результатов, мы очень хотим здоровых пациентов. И я жду всех в нашей компании ProH Professional. Спасибо большое. Merci. MG Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի եւ կենցաղի համար առերժտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսաֆաբրիկատներ, աղցաններ, պիցայի եւ աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար եւ օգտակար մթերքի մատակարարումը եւ գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։
MG Group, հոգտանելով ձեր մասին։